Всем здравствуйте, приветствую всех на канале Дачный Свет. И сегодня у нас 8 июня. И вот тут вот я косили сейчас траву. Я на подставочку выставила в горшках цветочки. И хочу вот показать каллы в горшках, которые я дома высаживала. Конечно, им было холодно, несмотря на то, что они стояли в теплице, но они довольно-таки плохо развивались. Сейчас теплая погода установилась, и я надеюсь, они довольно-таки быстро будут развиваться. Вот тут даже в одном месте видно, что уже красненький цветочек выходит. Вот такие листики в крапинку. Это не заболевание, это такой сорт каллы. И вот листья, видите, довольно-таки мелковатые. Но сейчас на солнце, я надеюсь, будут хорошие крупные листья. Вообще у каллы крупные листья. Также здесь у меня и устомы стоят, которые я еще не выставила. В общем-то, туда, куда мне нужно. Вот гацания, все-таки замерзшая гацания. Часть отходит. Здесь вот она не отходит. Здесь вот уже пошли новые листики. То есть, ну, гацания тоже, если подмерзла, то она не вся погибает. И устомы тут тоже уже не совсем зеленого цвета. Нужно опрыскать их будет. Так как, в общем-то, тоже страдали от холода. И вот все вот тут вот у меня вот так вот выставлено сейчас. Ну, надеемся, что все-таки у нас вырастет, все нас будет радовать красотой своей. Будем ухаживать, заботиться о своих растениях. И надеюсь, что они нас отблагодарят своим обильным цветением. Каллы у меня тут не все выставлены, где-то еще в другом месте стоят, так как рассады очень много. И вот видите, калла-то совсем, листики совсем маленькие, а цветок уже, цветонос уже выходит. То есть вот тепла не было, и они уже, все растения, конечно, замученные. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.